аккуратно. А, Нина, два раза делай. Два раза. Один раз, и второй. Вот так, аккуратненько, не спеши. Пошли, пошли, пошли. Веку туда. Здесь. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Пошли. Два раза. Видимо, расставлю, будем здесь укладывать. Колесо, еще раз, все, что... Петля, вон там, что, что? Смотри, где вы должны делать? Одни делают здесь, девочки, вы делаете вот здесь, посередине, вот, а не тут и здесь. И здесь, там и там, и все. Давай, давай, давай. Голову убирай в сторону. Нина, голову в сторону. Вот как ты думала, да? Вот ты посидишь на уроке здесь, у меня голова, ты ничего не соображаешь. А тебе еще забрать надо. Я две недели отдыхала? Болеть надо, не болею. Папа купила справку врача, и все. Вот туда все сели. Вот туда. Нет, его туда сели. Вот туда, вот туда. Мы пришли и сели туда. Так, значит, внимание сюда. Вот там, да. Все, пошел. Два кувырка сюда делаешь. Два кувырка. Сядь. Два кувырка вперед, два кувырка назад, два раза мельницу, два раза переворот. Оп, назад кувырки. Оп, оп, мельницу. Еще раз, два раза. И переворот, один раз там, другой раз там. Переворот этот? Да, переворот с рук или с головы. Еще раз, два раза. Да, ушел, да, покажи, колесо и фляг называется, да, Евсен? Фляг, сальто, фляг. Фляг, сальто, стоп, что делаешь, покажи. Раз, вот так, хорошо, вот можно. Сейчас, можно еще раз? Можно, только аккуратненько. Да, конечно. Нет, все, хватит. Где-то есть ошибка, я не знаю, я в жизни никогда это не делал. Так, внимание сюда. Весну сырку сюда. 50 бросков, коронный бросок. Все, поехали. Так, Макс, Саша, вот туда на угол. Коронный бросок. 50, один, 50, другой. Так, дальше, Нику. Да, вот туда. 50 бросок. Ваня? А, стоп, 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 стоп. Сербо, это коронный бросок он делает. Вот туда в угол. Вот туда в угол. Макс, подвиньтесь сюда. Подвиньтесь сюда. Сюда. Ваня, Петя, вон туда. Макс, туда дальше. Выдвинули сюда, вывешивай сюда. Все, пошли. 50 бросков. 25 первый бросок, 25 второй. А что мне делать? Помните, выведение вперед и сзади. Сзади можно. Три раза. Дорогие у нас. Право. Давай. Да, раз, отсюда. Спасибо. Ты его
пошире, затрунит чуть-чуть пустить, чтобы он... Да, что? Не коробка? Ну. Когда ты отсюда берешь, тебя поставят назад. Брать отсюда вот это движение. Эту ручку выше и отсюда. 50. Время пошло. Юрий Александрович, засеките. 50. Это у нас. Сейчас. Сейчас. 10 минут. Сколько времени? 10. 8 минут вам. Смотри, можно там, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, дальше. Чтобы ты не убежал, я тебя...
И ухожу в сторону, потом иди, 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 значит, смотри. Так,
Что вы сели там? Бездомные, что ли? Дети сироты. Сели, я говорю, сколько у вас мест, дети сироты. Это все, мам? Да. Макс. Пусть 500 раз ударит. А сегодня как? По косы тренировки, я не могу. Он будет у меня один раз так, как один раз так. Я не могу, что? Я там получается. Стоп! Вышли. Значит, вы показываете мне один бросок, коронный ваш. Один ты, один ты. Саша, туда. Саша, сюда. Вы вдвоем. Видите, сюда. Так, я с той стороны. Пожалуйста, сыну коронный бросок показывай. Ну вы! Который сделает. Который, а? Да давай, делай любой. Подхват? Нет, это не подхват, это называется передняя подножка по две ноги. Так, Денис. Это зацеп голени. Чуть ниже, то садишься немножко на живот. Ушли? Пожалуйста. Макс. Макс. Макс, подхват по две ноги. Сашенька, пожалуйста. Саша, через бедро. Вот коронный Сашин бросок, это бросок через грудь. Поэтому он должен делать какой-то бросок для того, чтобы вторым броском показать, для того, чтобы потом бросить через грудь. Не знаю, подходит он или нет. Садитесь туда. Так, прошу вас. Ванюша, делай какой ты. Просто хорошо у тебя получится тот, который хорошо получается. Ага. Отлично, Петенька. Когда летишь, как самолет, ноги не прямые, чуть-чуть присядь. Вот смотри. Иди сюда. Вот, бери захват. Бери захват. Делай. Стоп, остановись. Ты не выпрямляешься, ты должен быть одного уровня. Чуть-чуть присядь, да, ножки чуть шире. Тогда легче падать. Петя, отсюда легче упасть, чем отсюда. Петя, прошу вас. Вы встаньте сюда, вы встаньте туда. Так. Хорошо. Видишь, как ты делаешь неплохо. Неплохо. Но он не сидит. И ты можешь подсечь с зацепой. Сзади. Все, поклонились, ушли. Девочки сюда. Так, прошу вас. Каталин. Старый Каталин, да. Я старый. Ты старый. Ты давно занимаешься? Ты держишь, вот слава. Сядь! Ну вот смотри, да? Ну, более-менее, ну как бы прием неплохой, но схватку тяжело будет делать. Вот сейчас, когда будешь бороться, ты когда борешься, уже держишь захват. А тут ты не держишь. Хорошо, Каталин. Хорошо, молодец, садитесь, пожалуйста. Хорошо, о, вас смотрите. А стоп, а ну идите сюда, вы вдвоем, встаньте туда. Встаньте туда, поклонитесь. Сядьте вот там, где ближе, туда и садитесь. Пожалуйста, Нику. Единственное, что спасибо, что ты уже его показал, что ты его научил. Но вот ты борешься в левой стойке и делаешь бросок. Здравствуйте. Что случилось? А, да? Хорошо, заходи. Так, девочки, прошу вас. У вас 4 приема. Девочки, вы как будто пришли на свадьбу. Да? И не знаете, кто муж. Кто ваш будущий супруг? Одна сюда, другая сюда. Зашли, поклонились. Поклониться. Нина, делаешь заднюю вправо, влево, выведение из равновесия. Стынка, дрябка. Ай, ну грязно. Раз. Другую сторону. Тихо. Нина, пошире ноги встать. Вперед, два броска. И на эти руками. До. Стынка, дрябка. Я все буду. Нет, все будет. Снова выведение. Крутежки. Давай, 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 давай. Так, теперь в другую сторону. И в другую сторону. Ко мне помирай. Отправь. Молодец, в другую сторону. Молодец. Так. Мимо кассы. Так, поклонились. Так, пожалуйста.